Привет, вы на канале Дани и Ваня. Сегодня мы играем в Зуму. Зума это жаба. Вот такое это чудовище. А вы что думали, Зума это? Идем дальше. Первый уровень прошел. Жаба требует новых жертв. И вот они пошли. Музычка тут такая, типа индийская. Стрелочку нам тут дали, куда ж нам стрелять незнающим таким. По-прежнему на канале Дани и Ваня и Зума. Мы играем в Зуму. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей. Древние индейцы ждут нас. Thank you.
Еще немного, еще чуть-чуть, и жабу мы победим. Мы победили. Ну что, истукан сидишь? Ну что, 14 этап. Спирали. Эй, спирали. Вас тут не ждали. Мы победили, вы по-прежнему на канале Дани и Ваня. И мы играем в Зуму. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всего. Ну что, жаба, вертишься. Давай, булки не расслабляй. С уровня цари. Ну что, бамбук, ацтеки все равно ждут, что ж мы проиграем, а мы не дадим им такой радости для них.
Ну что, жаба, близок твой конец. Этап снова пройден, и мы идем дальше. Пробираемся сквозь бамбуковые заросли. Показались, можно чуть поостановиться, но мы не боимся. Режима на канале Дани и Ваня, и это Зума. Зума, как вы поняли, это аркадная игра. Шарики стреляют и все. Всем пока, вы были на канале Дани и Ваня. Сегодня мы играли в Зуму.